Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Лайк. Тут у нас тоже присутствует, больше дома никого нет. Сегодня у нас рубрика «По ссылке от подписчиков». Но посылка сегодня не от подписчиков. Многие спрашивали, почему нет рекламы на канале. Реклама на канале есть, но очень просто редко. Потому что много отказываюсь от всяких реклам, ненужных вещей. А тут вот, ну просто не мог отказаться. Получается, сегодня вот такая у нас коробка от магазина camping.ru. Будем смотреть, да, лайк? Лайки. Смотреть будем что-то. Смотрим, друзья. Это очень нужная для меня вещь. Говорю, поэтому отказаться от предложения я просто не смог. Магазина camping.ru. Спасибо огромное им за подгон. Будем тестить. О, у них даже свой скотч тут. Коробка не от той вещи, видимо. Лайк, это целлофан. Которая должна быть тут в этой коробочке. Смотрим. Потом думаем, стоит ли вообще это рекламировать или не стоит. Все это покажет практика. Друзья, покажет все это только практика. Так. Друзья, тут у нас вот такие вот сапоги от фирмы Baffin. Получается, как бы предлагали мне много сапог на рекламу. Те же Каблан, еще там какие-то фирмы. Ну, блин, я уже это все перекупал, уже это все переносил, перепробовал. Получается, начинал Йети, Финляндия, назывались сапоги, Дарина. Сейчас вспомню. Топтыгин. Нордман. Короче, дофига всяких сапог уже переносил. Ну, во всех тупо, не знаю, рекламировать их. Как бы нифига себе, тут пятку они прописали. Тоже Baffin. Рекламировать их я просто не желаю, потому что сапоги, ну, говно. Вот такие вот сапоги я еще не пробовал. Ох, нифига себе, покулек тут какой. Мощный, толстый. Так, что у нас тут? Что-то написано. Тут тоже что-то написано. Made in China. China, кругом одна China. Значит, сапоги Baffin делают китайцы. Что у нас внутри? Есть вот такая вот стелька дрявая для отвода влаги, видать, вниз. По-моему, даже это не эво материал. Не знаю, из чего подошва. Особо не это, как бы не интересовался, не читал. Сапоги эти титан, получается, модель до минус 100 градусов. Это шкуренка. И вот этот толстый покулек. Блин, он вообще капитально прям толстый. China Town, вот у нас здесь есть бумажки инструкции. Титан. Made in China. В принципе, больше нечего здесь и показывать. Честный знак.
Назначение: обувь мужская, цвет черный, на солнышке, чтобы подогревало. На, сейчас у нас морозов нет, оттепели какие-то интересные в феврале, так что особо сейчас пока испытать не получится, будут мерзнуть ли ноги или нет. Потому что вот сколько сапог я не брал, блин, ноги у меня в них просто замерзают. Но эти сапоги, сразу скажу, тяжелые. Вес у них, конечно, дофига. Шипов нет. Это тоже хорошо. Baffin Technology Made in Canada. Made in Canada, но, блин, покулек Made in China. Интересно. Резину, что ли, канадцы льют, а по кульки китайцы штопают, шлепают. Тоже непонятно. Ладно, будем пробовать эксплуатировать, носить. Блин, по весу, да, по сравнению вот с его материалом, вот эти вот, конечно, тяжеловатые. Но если они будут круто держать мороз, то это совсем другое дело. Лучше пускай будет тяжелое, но чтоб нога не мерзла. Ну, вот такая вот у нас посылочка от магазина camping.ru. Ссылка на магазин будет в описании, друзья, к этому ролику. Кому интересно, заходите, смотрите. Посмотрим, как будут работать эти сапоги. Стоит ли за них платить такие деньги, цену, вы тоже можете посмотреть на сайте camping.ru на эти сапоги. И посмотрим, стоит ли отдавать за них столько денег или не стоит. Будем испытывать, мотать, носить. Как-то вот так. О, телефон, кстати, я разобрал. Ага, у меня тут валяется на батарее. Вот так это все теперь выглядит. Воды много было очень в нем. Не знаю, оживет вообще или нет. В рисе, получается, он пролежал 2,5 суток. Нифига это не помогло. Вода как в нем стояла, так и осталась стоять. Сегодня, друзья, опа, прикупил вот такие вот классные мормышки для рыбалки, для души. Как вы видели, фосфор, это, подъязок любит фосфор. Вот эти вот со светонакопителем мормышки, и вот эти тоже со светонакопителем. Так что будем рыбачить. А рыбачить мы будем, друзья, завтра. Сегодня у нас нет рыбалки, сегодня мне некогда. И уже и скоро в садик ехать. Как-то вот так вот, такой вот кратенький обзорчик. Покулек тоже сам по себе тяжелый, плотный. Прям капитальный. Ну, там все будет видно. Посмотрим, как это будет все работать. До встречи, друзья. До встречи на реке. Вот такой вот краткий обзор, небольшая реклама на магазин camping.ru. Спасибо им еще раз огромное за подгон. Будем пробовать, пойдут ли нашим ногам такие сапоги.